Джили очень сильно свезло, потому что то, что мы видим, это взрывной такой спрос и российского рынка, и белорусского рынка. Конечно же, знаете, Джили становится для Беларуси тем, что в Советском Союзе было Жигули или Лада, потому что это была самая там желанная модель, там в очереди стояли, она была такая чуть ли народная, Волга была подороже, вот, Запорожец был такой, может, как Андовый, а вот Жигули было то, что надо. Поэтому идет замена, но замена в рамках далеко не самых передовых, не самых там понтовых, модных, удобных автомобилей. То есть в рамках железного занавеса люди будут ездить, будут больше, чаще ремонтироваться, будут в менее комфортном. Но те, которые привыкли на колесах, к своим колесам будут на этих колесах ездить. А Лукашенко будет говорить, нечего комфорту привыкать, велосипеды, самокаты и вперед.